вопросы, потому что это уже какой-то злой рок. Злой рок, и тот закон еще никто не отменял. Сам не забиваешь, забивает тебя. Преимущества сами видны. Но он забивает, не надеется на одного коня, что он забьет, и там будет все нормально. Кому предоставляется возможность, то же самое. Выходило собрано, потому что деваться все равно некуда. С другой стороны, что начали уже спрашивать все друг друга. Уже, я так думаю, что надоело уже проигрывать. Тем более почему-то здесь какой-то психологический барьер дома. Когда они наоборот должны здесь раскрепоститься своими болельщиками, стадионами. Вы достаточно серьезно укрепили оборону, что настолько опасались соперника? Ну, нет. Во-первых, они два нападающие вышли. Если за счет середины, то, что мы и преимущество получили, в принципе, у нас было преимущество. А с другой стороны, у них пять человек вышли, те, которые 1,90 м выше. Стандартные. Чем был ближе к концу матча, тем вялее команда выглядела. С чем связано? Наверное, не вялее, а то, что психологически этот груз, что он позволял сопернику делать передышку. То есть команда идет вперед, то передача в аут, то передача Да. То есть мы вместо того, чтобы нагнетать, мы наоборот им отдали, чтобы они передохнули. И вот это неверие, наверное, это что можно что-то выправить. Хотя я говорю, что до последней минуты была надежда, что забил. А получилось так, что еще на контратаке пропустили. Мы не знаем, сейчас посмотрим. Можно сказать, что ротор идет уверенно ко дну? Ну, за месяц же ничего не изменилось в турнирной ситуации. Нет, не можно сказать. Если кто-то думает, что и хочет, чтобы рота была на дне. Не, ну мы же на последнем месте. На последнем. И не только мы. И те команды, которые ставили задачи выше лигу, это все. Сложность, да, сложность. И очень то, что команды отрываются сейчас, да. Но это не на дне. И это вопрос. Ну, последнее место это есть дно таблицы. Владимир Павлович, какая задача перед командой будет поставлена от розыгрыша Кубка России? Как можно дальше пройти? У вас примерно месяц назад была встреча в администрации областной? Да, все, я пошел, извините.